Приветствую вас, земляне, с вами Сенсей. Давайте сегодня продолжим игру «Приключения Тинтина». Вроде там мучительно все прошло. В прошлой части я просто выбешивал у меня все это говно. Квадратики, крестики, треугольники. Давайте посмотрим, что дальше. Красовчик в последнее время просто обсирается на всем. Такую баговую игру выпустить. Не знаю. Вернее, они-то ее не делали, а как Bethesda. Bethesda спонсирует издатель. Такие издатели нам не нужны. Хочу сразу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. Большая благодарность всем тем, кто переходит, смотрит на YouTube. Всем большая благодарность. А также тем, кто делится ссылками и зовет на YouTube. Так, что у нас тут с кнопками? Я еще... Ну, и как туда спуститься? Где пожарный шест? Дайте нам спуститься, придурок, вниз. Вон там этот хрен один. Так я, по-моему, пришел оттуда. Нет? Или оттуда у меня пришел? Откуда я пришел, вообще не могу понять. Что-то я уже забыл все нахрен. Ты что-то всякую тресню ты мне. По-моему, я назад бегу или нет? Я уж и забыл, что здесь. Мы помогаем полиции найти террориста. Вы не замечали ничего? Сейчас куда? Это который взорвал библиотеку? Джеймс Джойс? Джек Джойс, да. Кому он говорил спуститься? Мне? Ну, тут недалеко стоит форта. Ну, открывай ворота-то. Порез. Опять сейчас начнется эта дресня, блядь. Только я ее проклял, да. Сейчас она опять, эта хрена сосень, начнется, блядь. Мигалка эта ворча. Он бегает, как штаны насрал. Двигается он очень медленно, очень медленно. Я не знаю, это, блядь. Матрешка в генетике быстрее бегает. Просто выбешивает его бег. Он здесь и не спрыгнет, наверное. Прыгнет сам. С моей помощью. То есть этого мне не дрыгнет. Там внизу кто-то крадется. Эй! Кажется, это Джек Джойс! Что это за мерзость там? Давай. Ё-моё, блядь, какую-то дресню взял. Дико раздражает, конечно, что он присаживается сам. Да, это вот проще, блядь, удобнее, но не для меня. Мне прям так и хочется нажать. Шиф. Полетел. Чё у меня? А, вот автомат у меня. Какой-то дресня. Пистолет хороший валяется, бля, почему у них мой пистолет? Эх ты, блядь! Скоростная обезьяна. Да что ж ты, блядь, возьми нормальный... Да дудку нормальную возьми. Ну чё, кто на новенького? Ублюдки, блядь. Чё-то он уже... Сам пришёл. Ты сам пришёл, мужик, блядь. Смотри, какой, блядь, живучий, блядь, подонок, блядь. Может, вот эту пушку взять, блядь? Может, она поинтереснее будет? Тр-та-та, тр-та-та.
Мы ведем с собой кота. Зависание поставило крест на нашем с Бэт-плане. Она не смогла вас забрать. Нет, но зато я смог забраться на мост и пересечь его. Проскользнул прямо под носом у монарха, оставшись практически незамечен. Пстит, пердит, но бежит. Наверное, вот так лучше сказать. Быстрее бегал. Мне нужно незаметно перейти мост, пока не закончилось зависание. Картинку в торопях подбирал. Если бы я там полазил бы, я прям в один бы нашел его. У него в некоторых сценах здесь, он прям вообще Тинтин прям. Повзрослевший мальчишка. Ну ладно, хоть это хренотехник не ломайте мне перед лицом. Я только сказал. Блядь, все, пошло, поехало. На мосту творилось что-то невозможное. Дресня. Они не полицейские и не имели на это права. Но их пиарщики сработали безупречно. Их представили героями, защитниками. Как обычно, это же Америка. Американцы из Воронежа. Кусок говна, блядь. Меня в этот раз... Дайте мне что-нибудь нажать, да? Мне было бы интересно. Так, давайте сейчас дудку возьмем. Вот она тут. Блять, пистолет, ну как, блять, как? Откуда нахуй пистолет-то взялся, блять, я не пойму. Я же дудку взял, блять. Надо с этими мерзавцами, ментами, блять. Справиться сначала, блядь. Где эти хобота-то? Передохли, что ли, они? Жоп прям зайти. Давай прыгай, тупица. Блядь, поздно, блядь. Я не вижу, вот где крестик этот, блядь? Где, как вы его увидите, этот крестик, блядь? Я не могу понять, да. Как, каким бы его ни делает и крестик, бля, он, мне кажется, в любом случае я его не увижу, но красный, белый, серо-бармалиновый, блядь. Как ты, блядь, он быстрее меня, блядь, этот чушок, блядь. Все, нахлобучивает. Прощай, прощай, ничего не обещай, бля. В этот раз я быстро справился. Ну чё, давайте, рожайте чё-нибудь, бля. А, вон, наверх, бля, увидел я стрелку. Опять эта херня, бля, дресня и звонит, бля, пошла, бля, поехала. Я не знаю, это вот людям, бля, глаза портит, бля. Зачем так сильно делать, бля? Ну сделайте немножко, что переломление это... Мизерные, сделайте, понятно будет, что это переломление. Зачем все коверкать? Кстати, и оптимизация из-за этой игры была дно. Только из-за этих вот, из-за физики, из-за этой частицы. Блин, я вот ругаюсь, матерюсь. Там, наверное, можно сделать настройку видео, наверное, убрать эту хренату. Интересно, можно сделать так? Ну, конечно, вряд ли. Я думаю, они... Да ни хрена, блядь. И надо проверить, тупые они или нет, блядь. У меня же все на ультра, блядь, на высочайшем. Ну вот это, наверное, навряд ли. Объемные лучи вот надо немного убавить. Может, не так будет резко. Освещение никогда не убавляет. Штабирование, тернисты. А тернисты нахер нам нужны. Так, как новоручие, зернистки. Вот темнее чуть стало. Ох, темнее. Все, опять сейчас, да, и моргать, и мигать. Кто, что это за черт такой просит? Он что, не видит, куда едет, что ли? Забыли мост поднять? Тин-тин, мост надо не поднять. Ничего себе, друг, другам, блядь.
шкурнул, видать, отлично. Мост снес нахрен. Фигуристы. Может, его не должно здесь быть, а он появился, думаю. Смотрите, кишка-то это, блядь, вот. Висит, чего, кого он ждет-то, блядь, я не пойму. Может, меня ждет? Опять вот эти переломления хреновые. А как мне хреново на эту мерзость смотреть, блядь, мужик, блядь. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Оставалось твердая на ней. Да. Их ты, блядь, она меня бьет из херня, что ли, блядь, не пойму. Все это, тупица, блядь. Я ничего не вижу, я не вижу ничего, нахуй. Куда прыгать, чего, все моргает, мигает, блядь. Что, сука, за извращение такое, блядь? Опять началась эта нервотрепка. О! Вот. Понял, где я вообще? В самом начале, что ли? Что-то я не всосал к ней вообще. Я вообще в каком-нибудь самом начале. Ну, точно, блядь. В самом начале меня закинули. Опять это говно все. На мосту творилось что-то невозможное. Они не полицейские и не имели на это права. Опять это сейчас жирный будет, блядь. Вы что, блядь, сука, обалдели, что ли? Их представили героями. Тупицы, блядь, вонючие, говнище, блядь. Смотрите, блядь. Извращуки, блядь, вонючие, блядь. Это вот так удлиняет игры, блядь. Одно и то же, блядь, по 10 раз надо проходить, нахуй. Блядь, да что ты... Пистолет-то из-за планички, блядь, блядь. Всё, сейчас эти орики пощёлкаем, нахуй. Возьмёмся за это безумие. Чё, жирный-то, блядь, живой ещё, нахуй? Давай накапливай эту дресню-то свою. Тупорез ты, блядь, вонючий. Ёх ты, блядь. Я не успеваю. Да что ж ты, блядь, у меня... Блядь, перезарядка именно в тот момент, нахуй. У меня, блядь, пулемет патроны кончились, ребятки. Сука, зимогор, блядь, звонит. Ну чё это вот, блядь, как играть? Я не знаю в эту игру, я не могу понять, как в это говно играть, блядь. Ну чё это такое, блядь, я не пойму, блядь. Я вот, артефакт, для меня это артефакты, блядь. Я не могу понять, кому может это понравиться, я не знаю. Ну. Вот разработчики, когда это делают, кому это может понравиться? На экране артефакты. Начиналась так хорошо игра, блин. Шустр, бодро, блин. И испоганивают этой дресней, блядь. Ну это невозможно, блядь, играть. Блин. Ну вот так сделайте, вот так, вот. Зачем это, блядь? Жирный этот, тоже не поймешь чего, куда ему стрелять. Все, ну насмотрелись мы на вашу херню, блин. Так, надо тут, наверное, какую-то фишку делать. Блять, еще не пропустишь никак. Выбешивают меня такие игры, блядь. Ну это вот смотрите, как вот тут. Я даже не вижу, куда идти, чего, блядь. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Где вот это? Осталось на нее спуститься. Ку-то вонючая. Я не вижу никакой ку. Сюда можно встать.
Нельзя, ёпты. Сейчас сдохнет. Я не знаю, как тут проходить. Я вообще без понятия. Рывок сделать? Ну, чуть. Как тут поймаешь? Когда надо? Какое время, блядь? Рывок сделать. Ну, по-моему, у меня игра на этом закончилась. Я не вижу, где это. Херня. Смотрите, я вот сюда встаю, и я... начинает он меня... Как я прошел, блядь? Как вообще? Я не, даже не понял, как я смог пройти. Это просто было чудо, блядь. Вот это второй раз игру меня ни за какие деньги не заставишь. Вот если бы мне сказали, будут смотреть миллионы, я бы не смог в нее сыграть. Да что ж ты, блядь, за баран-то, сука, такой, блядь, в говнище в это уперся, блядь. У меня мышка последняя, я не могу уже ее кидать, блядь. Нельзя, блядь, так людей раздражать. Все, давайте, ребят, на этом закончим. Короче, игра закончена. Все, больше я в нее играть не буду, нахер. Извините, но это извращение для меня. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.